Доброе утро. В общем, не особо я люблю бегать, поэтому сгонял, купил баскетбольный мячик. Ну и нашел для себя занятие по утрам. Как раз по утрам площадка свободная, можно спокойно покидать, ну и, видимо, побегать вокруг корта. Ну и тут перила, брусья, вся фигня. Все, прием, набегались. 1:20 вообще вот так вот для начала. Здравствуй, Бусик, я скучал. Первый раз его оставил на такое длительное время. Кстати, мороженка, Сникерс вообще пойдет. Сейчас в КБшках по 35 рублей, советую. Вкуснее шоколадки. Так, пробуем. Ой, да ты зайка. Безотказная техника. Сейчас кондичек навалим. В общем, что, ребятки, хочу сказать про утренние, вообще спортивные вот эти. Не обращайте внимания, я их только что нашел дома. Это мне Андрюха Юшков набор дарил с автосалона. Вот там они лежали. Я просто все никак не могу добраться, прикупить себе. Так вот, о спорте. В общем, до следующего этапа RDGP остается месяц, поэтому хочется этот месяц посвятить полностью себе и подготовке машины, то есть заняться спортом и проверить, насколько это рабочая схема заниматься спортом и как это вообще помогает в автоспорте. Поэтому вот решил заняться. А еще утром на площадке, пока мячик кидал, бегал, прыгал, мужичок подошел. Оказывается, на нашу эту площадку во дворе приезжает Павел Дацюк, иногда там какие-то тренировки организуют для молодежи по хоккею. Так вот, говорит, ну-ка кувыркись, говорит, вперед. И знаете что? Попробуйте кувыркнуться вперед, если вам 30-ка. И вы плотно там спортом не занимались до этого давненько. Я вам реально говорю, это... Я удивился, когда кувыркнулся. Поэтому, ребятки, у кого есть желание позаниматься спортом, там, волейболы, баскетболы, вот мне товарищ здесь подсказал, Андрюк говорит, сквош, погнали, поиграем. А я ему предлагал большой теннис зашпилить. Он говорит, сквош еще интереснее, типа от стены. Он сможет на следующей неделе, поэтому, ребятки, кто хочет сыграть в сквош, я уже промылся, стоимость примерно там 500 рублей с человека, это час или полтора, говорит, набегаешься вот так, от мячика, ну, уворачиваешься. В общем, я думаю, очень интересно и полезно. Так что, кто хочет зашпилить в сквош, напишите мне, вечерком сообразим, поедем на птицефабрику. Не будем забывать про автомобили, да? Сегодня мы едем сканировать новый проект Mirum Body Kits. Будем делать white body для раллийной тачки. Поэтому во второй половине будет интересная история с этим процессом. Так что не переключайтесь. Ну а сейчас едем искать закладку. Нам там запрятали где-то в гаражах запчастюльки для Форда Сьерры. Поэтому едем за ними. Потом к Лексусу, а потом уже на сканирование кузова. Так что все, ребятки, на связи. Ребзики, все, я зарегался, застолбил один зал на 9 вечера. Че, по стоимости 900 рублей за час ракетки предоставляют, там, ну, намотка типа 100 рублей. Намотка обязательно у каждого своя, потому что ковидная вот эта история действует. Ну и после этого еще включена сауна, можно погреться и душ, полотенце, если что, с собой. Ну, я так, имейте в виду. Так что, кому интересно, пишите сегодня в 9 вечера. Все, заехали с вами на цыганский поселок за закладонькой. Ищем с вами Ниву. Какую-то Ниву ищем. Оп-оп. А вот и Нива. А вот и наши недостающие запчастюки. Впуск в ЭКУ с рампой под расположение, под верхнюю загрузку. Все. Сьерра, живи. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Остапов, и я хочу вас пригласить 20 июня на чемпионат Казахстана по дрифту
под названием Gorilla Drift Energy. Приезжайте, будет круто, весело проведем время, уверен, будут какие-то аварии, крэши, размоты. Я там буду первый раз, поэтому весь в ожидании и до встречи там, пофоткаемся, увидимся и пообщаемся. Ну все, тачку отсканили, видео обращение записали, видос закончили, и сейчас с Кирюхой Бигусом едем шпилить сквош. Вроде бы называется сквош, если я ничего не перепутал. Ладно, сейчас видосы оттуда поскидываю, что там, как это все происходит. Ну что я вам скажу? Спасибо. Часа вообще предостаточно. Правая рука теперь больше, чем левая. Когда ты снимаешь. В общем, прикольная. Хреновина. Глухари, показывай. Надо обязательно. Наверное, 3 раза в неделю будет достаточно. Ну, с 3 разными людьми, конечно. А что, ты все слился, что ли? Короче, где-то у нас тут самым кажется есть. Девчонки! Так, ну там, темно. Чик-чик. Все, сейчас пойдем погреемся. Сейчас попить обязательно. Я пошел до воды. До машины. И все, и let's go. Так, все, на этом физкультура не закончилась. Сейчас садимся на велосипед. Продолжаем сегодняшний сейчас пробег. Сейчас дадим еще по вечеру в ЕКБ. Ванчика, все дела. Фига, ребзики с птицефабрики куда-то помчали. Ох. Все, let's go to the home. Мы тут пытаемся понять, что к чему. И это не так легко, как можете видеть. Еще надо вдвоем это все делать. Закрытые линзу в эту небо. Ай, да мы так.